Ну что, Новый год на носу, пора готовить новогоднее меню. Предлагаю вот такой быстрый, простой и очень вкусный новогодний салат всего из 4 ингредиентов. Первый – это говядина. Я ее перемешала с раздавленным чесноком и майонезом. Выкладываем в кольцо. Следующий слой – соленые или маринованные огурцы. Если выделяется немного рассола, это даже хорошо. Утрамбовываем огурцы ложкой. Третий ингредиент – и это отваренные вкрутую яйца. Я их перемешиваю с майонезом. Так гораздо удобнее, нежели чем делать сеточку из майонеза, перекладывая его в пакет, или размазывая майонез ложкой. Просто перемешайте с майонезом и выкладывайте. И четвертый ингредиент – это грецкие орехи. Выкладываем следующий слой и украшаем крупно нарезанными орехами. Это очень вкусный и сытный салат.